И всем привет, ребята, с вами я, Марк, и вы на канале Label Sable. И сегодня я буду играть за Эдгара в парное столкновение. Ну, не только еще, может... Ну, я, короче, квесты выполняю. Вот, сейчас я поиграю за Эдгара, потому что я за него играю на изи. Вы скажете, да, ну как на изи? А я вам сейчас покажу, как на изи. Вот если вы... Вот вы оцените меня, как я играю за Эдгара в комментариях от 1 до 10. Прям вот подставьте в комментариях от 1 до 10. Оцените, как я играю за Эдгара. Вот, я добываю спокойно баночки такой. На меня никто не нападает. Жду, пока все там умирают. А потом уже начинается жаруха, вот как сейчас. Ау, интернет! И все равно я выживаю. Смотрите, Бо меня заметил, но он на меня не напал. Хоть у меня и был плохой интернет, это потому что... Да, у меня интернет не очень, что с ним так... Ну ничего, сейчас все будет. О, смотрите, как это жирненько. Вот, смотрите. Вот как играют за Эдгара. Вот как играют за Эдгара, поняли? Вот, у нас уже столкновение, видите? Можете уже оценивать... Потому что, да, смотрите, вдвоем спрятались, еще и тот спалился. Это вообще, у них не было шанса просто. Так, квест выполняется, нажимаю кнопку «Играть снова». И да, сейчас у нас такой, как бы, я выполняю квесты, вот за этот. Мне нужно еще два раза у меня есть выиграть, не нужно. И кто меня убьет, того я буду брать. А пока я взял Эдгара. Но... Мне кажется, что меня никто не убьет, потому что я за Эдгара играю на изи. Вот смотрите, вот идет кольт. Ну да, иногда меня могут там мочить, но ничего, ничего. Ждем, как говорят. Давайте, смотрите, видите, это так играют за Эдгара. Копят свою ульту. Так вот, вот, смотрите, вот играют так за Эдгара. Вот, ну, да ладно. Вот, понял? Понял? Смотрите, сейчас вот розочка нападает. Розочка, красавица, такс. Надеюсь, она на меня не нападет. Опять интернет, ну, а, фух. О, убил, наши враги убили нашего врага. Такс, ясненько, смотрите, как играют за этого. Ну, ладно, он убил, ну, ладно. Но я был... Что сам с интернетом? Ладно. Так. Не забывайте... О, видите, как я его вижу. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. О, видели, как я его... А сейчас еще смотрите. На это накинем, смотрите. Опа. 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 Видите? Вот вам нужно 100 пудов играть за Эдгар. И смотрите... Ведь, как вы видите, у меня шансов, как вы подумаете, нет, потому что тут Дэрил 9-баночный, и еще, смотрите, как я делаю. А вот вы скажете, как, я вам скажу, как у меня шансов нет. Я их всех только что убил, у меня было 1000 хп, потому что я с Эдгаром играю на изи. Видите, меня ни разу еще не убили, это как понимается? Я уже выполнил почти свой квест. Да, но это еще ничего не знаю. Интернет, можешь... О, спасибо. Спасибо, но я вам скажу, можно... Я прервусь. Спасибо. Можно, пожалуйста, эту красную иконку мне не показывать? Ах, ты же справа забрал мою банку. Я мог и от тебя банку забрать, и там. А так только одну, ну ничего. Хи-хи. Нет. Вот так вот. Всегда играйте за Эдгара. Если он у вас есть шансы выиграть. Да, он ближник, но... Даже если он ближник, он вообще крутой брал. А, не тут. Я под... Опа, 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 опа. Вот так вот играют. Опа. О, видели? А, смотрите, сейчас все будет. У меня даже интернет кончился. Во, смотрите, 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 смотрите. Видели? Меня чуть не убили. Эль Примо? Такой же, как и я?
практически. Ай! Этот Эль Прима такой же, как и я практически, тоже ближник и тоже летает. Но, да, я летаю, этот Эдгар летает немножко, но Эль Прима дальше летает. О, смотрите, все лайки поставили, ну один я, да. Этот, так вот, все ставят, Эль Прима, вот да, он дальше, но одно, то, что у Эдгара, когда он бьет кого-то, у него восполняются эти сердечки. Опа! Вот. Видите, и мне сразу прибавляется сердец. И вот меня никто не убил, я все. О, даже ранг новый получил. Ну, ладно. Так вот. И как вам сказать? Как вам сказать? Подождите, себя сказать. Вот, за Эдгара просто восполняется ХП, как я говорил, когда он бьет противника. И он летит, конечно, немножко... Короче, Эль Прима летит дальше, но... И да, у него меньше здоровья, но у него прибавляется здоровье, не как у Эль Прима. У него перезарядка хорошая, и ходит он нормально. Ребята, я сейчас, короче, извините, но я сейчас говорить не буду, потому что такая произошла задержка. То, что я сейчас не смогу говорить, если что, говорите, дайте проду под этим видео. Вот, сейчас вы досмотрите этот бой, как мы выиграем. Ну, не только этот бой, там еще другие будут немножко. Извините, что не озвучил, потому что... Ну, как бы, я больше не могу. Делайте комментарии, то, что дайте проду. Я вам сделаю проду этот со звуком. Просто сейчас звук я уберу, потому что, ну, так надо. А то у меня видео не загрузится. Простите, пожалуйста, это было последний раз. Больше такого не повторится. Вот так вот. Всем пока, ребята. Хорошего вам просмотра. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. На канал Лейбл Сейбл.